9 педагогов из тверских школ поборются за звание «Учитель года 2020». Муниципальный этап конкурса стартовал 20 января в гимназии номер 12, где и побывала наша съемочная группа. Ирина Муракова работает учителем начальных классов уже 10 лет. Сейчас трудится в 27-й школе Твери. За эти годы поняла одно – профессию она выбрала правильно. Я, закончив школу, для себя твердо решила, что я хочу стать учителем, потому что уже в то время чувствовала тягу к работе с детьми. И не сожалею нисколько, вот я уже 10 лет работаю буквально педагогом, и работа меня это радует. Работать с детьми – это всегда интересно. Дети заряжают тебя своей энергией, позитивом. Любимого педагога пришли поддержать и дети. Они стали ее вдохновением не только за кулисами, но и на сцене. Ученики Ирины каждый день говорят ей, что она лучшая из лучших. Поэтому на конкурс девушка пришла это доказать всем. Мы очень сильно за нее болеем и верим в нее. Я очень рада, что именно наш класс будет представлять Ирину Владимировну. И я буду за это самой лучшей, чтобы ее не позорить. В этом году для Ирины и еще 8 ее коллег правила участия немного изменятся. Профессиональные навыки педагогов жюри будет оценивать по итогам 4 туров. Первый очно-заочный завершился 26 декабря. Теперь учителям лично предстоит продемонстрировать свои таланты и профессионализм. Конкурс этого года предполагает наличие нового конкурсного испытания для финалистов. Лекцию без вопросов от членов жюри, где педагог должен изложить какие-то волнующие его проблемы в рамках обозначенной оргкомитетом темы. Ранее такого испытания не было, но в связи с введением его на заключительном этапе всероссийского конкурса было предложено ввести его и на муниципальном этапе с целью облегчения участи людей, которые будут выходить в последующем в финал. Мероприятие проходит в 29-й раз, и за это время свою школу профессионального мастерства смогли пройти более 400 учителей из тверских школ. Это, конечно же, талантливые, решительные и инициативные педагоги. Важно отметить, что конкурс – это особая атмосфера. Это интересные события, это интересные форматы. Конкурс – это школа профмастерства и оценки педагогической деятельности. Финальный тур, который состоится 11 февраля, выйдут 4 финалиста от муниципалитета, набравшие наибольшее количество баллов.